Настоящий романтик верит, что однажды откроется дверь, и мечта войдет в его дом. Итак, типичная московская многоэтажка. Все, я ухожу! Да куда ты пойдешь? Да хоть куда, хоть не знаю, хоть к соседу к нашему пойду! Извините, что без стука, но у вас дверь отсутствует. Не думал, что это так в глаза бросается. Я Анфиса Чехова. А вы? Очень приятно. Ваша целевая аудитория. Вы только не пугайтесь, моя целевая аудитория. Я, пожалуй, поживу у вас денек. Ну, только чтобы мужу отомстить, ладно? Так это один день-то это вообще ни о чем. Меньше это блюдо, которое надо подавать хотя бы неделю. Вы, главное, скажите, у вас муж не придет, морду мне бить не будет? Он из чего взяли? Ну, послушайте, вы специалист в своей области, а я в своей. Кстати, Дмитрий. Ну так я могу у вас остаться, Дмитрий? Ну что вы мне однажды жизнь спасли. Дело в том, что у меня до 26 лет вообще не было секса. А потом я начал смотреть вашу передачу и стал как-то проще к этому относиться. Ну, вы, в общем, проходите пока. Ой. Боже, у вас так мало мебели. А? Это что, чье-то дизайнерское решение? Здравствуйте, судебный пристав. А вот и дизайнер. Так, я должен забрать диван. Только не сегодня. Вы же умный человек. Зачем вам сегодня забирать диван, когда завтра вы можете получить и диван, и увлекательную историю? Договорились. Давай. Это, Анфиса, а что у вас там произошло с этим, с бывшим? Вы знаете, он меня совершенно не замечает. Ага. Он просто все время на работе. Он 24 часа в сутки работает, работает и работает. Так вы вообще по адресу. Я эту проблему уже года два как решил. В общем, вы чувствуете себя как дома, располагайтесь. Здравствуйте, меня зовут Эммануил Викторович, я ваш сосед из дома напротив. И что? Что? Анфиса Чехова здесь, а у вас, я извиняюсь, задворенные шторы. По-моему, это наше с ней дело. Нет, это уже не ваше мужчина дело, а всего микрорайона. Алло, да, Сергей Борисович, вопрос практически решен, да. А я-то, между прочим, ветеран. В общем так, Дмитрий, вот вам $100. И чтобы шторы были открытыми. А у вас есть какой-нибудь халатик? Ну что вы, Анфиса, у меня можно ходить без всего. Я бы даже сказал, нужно. Я бы даже сказал, хоть бы, хоть бы. Знаете что, Дима? Можете не надеяться, у нас с вами ничего не будет. Да? А если бы вы узнали, что я очень-очень богатый человек, но, к сожалению, вынужден скрывать свое положение. Вы богатый? Ну да. А откуда у меня еще в трико $100? Ой, да это ничего не доказывает. Да у вас дырка в полу. Анфиса, давайте называть вещи своими именами. Это лунка для гольфа. Дмитрий, ну мы же с вами договаривались. А вот, кстати, и начальник моей охраны. Что? Я говорю, сколько у нас людей на крышах? 20, а что? Усилить позиции. Давайте, давайте. И, кстати, подойдите к окну. Видите черную машину? Это моя. Хаммер? Да-да, черная. А почему из этой черной вашей машины выходит мой муж? Вот, видите, насколько я богатый человек. У меня даже у водителя жена Анфиса Чехова.
Все, Дима, знаете, эта шутка затянулась. Я ухожу. Шутка, да? То есть это шутка? Вот так у вас у богемы принято. Ворвались в жизнь обычного мужика, перемешали все в его голове. И назад свой уютный плюшевый мирок. Знаете что, Дима? Я известный телеведущий, а вы стареющий лысый человек с дырками в полу. Так отличный же сюжет для вашей передачи, да? Все, я ухожу. Но может оно и к лучшему. В конце концов, я последний романтик. Я всегда жил с единственной мечтой, что дверь распахнется, войдет Анфиса Чехова и скажет: «Дима, я теперь буду жить с тобой». Поэтому сегодня, Анфиса, я хочу вам сказать: идите домой. Возвращайтесь к мужу. Не лишайте меня мечты. С вами была Темная армия Вятка и Анфиса Чехова.